Всем привет, друзья! С вами Неломоб. Приветствую вас на сегодняшней трансляции, вернее, на премьере. Мы сегодня играем в игру под названием The Jog, The Joy of Creation Story Mod, что в переводе означает наслаждение творением, режим истории. Так, значит, наша задача сегодня хотя бы посмотреть, изучить, как проходить уровень под названием Подвал. Спускаемся в подвал. Игрушка по мотивам героев и вселенной FNAF. Кто вдруг не в курсе, не смотрел прошлые серии. Вы зря. Вы верите в духов? Многие верят. Многие утверждают, что видели сами или слышали о людях, которых преследуют эти белые фигуры или склизкие тени. Мой отец сделал целую серию игр об этом. И все они хорроры, естественно. Это было его выдающимся достижением. Однозначно прошло немало времени, прежде чем все узнали об этом. Мир сошел с ума. Шмотки, игрушки, аксессуары, настольные игры носили одно имя. «Пять ночей у Фредди» было брендом. Даже ходили слухи, что скоро снимут об этом фильм. Ого. Ха. Что ж, этому не было конца. Но теперь никто не помнит, как звали персонажи этих игр. Как это не помнит? Это роковая ночь. Скотт, отец Скотт. Это реально его ребенок. Ничто не вечно. Ребенок игру создает? И поэтому я не верю в духов. Все в итоге умрут. Это выдумка, выдумка. Всему на свете есть предел. Кто там за... Кто там? Рушится. За окном кто-то? Чика? Кто это? Или Фредди? Кто за окном? Вы поняли, какая тут была... Какой подтекст был? Типа, что сын разработчика «Пять ночей» Фредди... Ау! Эту игру дети! Создал? Дети! Подвал! Куда вы делись? Я нашел вашу записку! Папа здесь! Вы, должно быть, сильно напуганы, но я здесь! Мы в подвале, ребята. Мы в подвале. И что тут нужно будет делать? А! Что это было? Компьютер! Зачем вы преследуете нас? Зачем? Просто оставьте нас в покое, монстры! Что за огоньки? Какие-то огоньки. Я создал вас! Фредди, Бонни, Чика! Ага. Окси? Как? Как вы это делаете? Что вы такое? Живой компьютер, как будто бы. Сам... Это не вы! Кто-то просто одел ваши маски! Вот именно. Кто вы такие? Кто-то контролирует это твои все дело. Твои творения вырубили папу! Папа спустился вниз, в подвал, прости, где он разрабатывал игру? Жесть какая! Как будто бы кто-то вселился в этих созданным им игрушками, и они начали, короче, творить чудеса какие-то. Так, продолжить, скрыть подсказки, перемещение, левой кнопкой мышки взаимодействия, фонарик включить, F выключить. Все понятно, в принципе, взаимодействие, все ясно. Ну что, смотрим, ребята, что, какой тут будет геймплей в подвале. Держите за меня кулачки. Ну, в принципе, вряд ли пройдем, но все равно держите. Так, ну... Кто-то... А, это он в подвале проснулся, да? Так выходит. Точка посередке. Это уже игра? F? О, да, это уже игра. Я фонарь включил. Так, что это такое? Я в туалете! Я в туалете! Так, лампочку выкрутить. А что так слабо светит? О, вантус, вантус имеется у нас, вантус. Я реально в тубзике. Так, ну пошли. Так, вот у нас раковина. Боже, какой страшная, как тут все ужасно. Ага, вот она, немножко все-таки подсвечивает лампа. Чтоб ты какал не в темноте, вот тебе лампочку. Ну, спасибо, ладно, идем дальше. Открываем. Вау! Ты уже очнулся. Да, 6 часов. Ты здесь, чтобы помочь нам выйти. И все персонажи появляются на мониторах. Офигеть, послание. Помочь нам выйти. Открой путь. Или сгоришь и ты с нами. Боже, боже. Они мне угрожают? 6 часов написано. 6 часов. Так, ладненько. Я пока ничего не понимаю, что тут нам нужно делать. Никаких разъяснений у нас не последовало. Водичка, тумбочка, стол. За него сесть нельзя. Камеры не включаются. Не выключаются. Это что-то колонки. 6 часов. Ладно, изучаем дальше с вами тут все. Так, палки какие-то старые, какие-то арматуры, ящики, бочки. А, проход какой-то имеется. Вау! Ну, боже, старая печка, это котельня. Стиральная машина, стулья какие-то ужасно грязные. Бочка. Тут и бочка, коробка пластмассовая.
Стиральная машина аж 3 штуки, слушай. Контейнер для мусора. Контейнер. Стиральные машины. Мусор. Раз, два контейнера. И вот эта печь ужасно. Какие-то ступени наверх. 6? Почему везде шестерка? Типа 6 утра? Ладно, идемте пока наверх. Поглядим, что здесь нас будет ждать. Так, ну, там уже решетка. Меня-то нужно настраживать. Я не смогу выйти, ведь решетка мешает. Угу. Как мне... Что? Еще раз дернем. Нельзя дергать еще раз. Лампочка. Второй раз не дергается. Ладно. А кто захихикал? Боже, мне уже так страшно. Я тут в подвале лазю. О! Что? Не подходи. Вернись. Куда вернуться? Куда вернуться обратно? К этому вот, к этим дверям? Шесть... Куда не подходить? Тут нельзя ничего нажать. Тут все как бы уже нажато. То есть у меня единственный вариант это вернуться. Я не хочу, там страшно. Так, 6 часов. Тут какая-то лужа. Она была? Не знаю. А что тут за этим прячется, за этим вот? Так, тут кто-то... Кто-то есть? Кто здесь? Кто здесь сидит? Крутится вентилятор. Это кто такой? Чё за киборг? Кто такой? Дядя, дядечка. Это робот? Это аниматроник? Это главный аниматроник, может быть, типа босс? Держись подальше от слепых и униженных. Они нападают на все, что шастает возле них. Это по-настоящему жесткий скример был. Так, мы это уже слышали, все, да? Вот на унитазе мы сидим, я так понимаю. О, встал. Жесть какая, что так страшно? Так, это мы с унитаза встали, посидели, покакали. Так, фонарик, есть фонарик, открываем. Чик. Снова эти надписи будут. Снова эти надписи. Ты уже там тыры-пыры, тыры-пыры, в жопе дыры. Поехали. То есть, а как мне нужно было держаться от него подальше? Фонарик отключить, включить фонарик. А куда я должен был себя деть? Мне нужно снова-таки наверх забраться, чтобы дернуть вначале эту дверь. Видимо, так. А как с ними этими бороться, с этими шушиштвами? Шушиштвами. Дернул. Где смех? Как с ними? Фонарик... Фонарик они не боятся. Не подходи, вернись. Так, ну вон там стоит, получается, да? Стоит. А если я отключу фонарь? Мне нужно в туалет пробраться? Мне непонятно, что мне должен тут сделать. Но я могу попробовать тут тихонько прократься. Нет, не трогайте меня, пожалуйста. Я не хочу вам зла. И вы, пожалуйста, меня не трожьте. Он меня видит? Я хочу в туалет как-то пройти. Нет. Оп, я в туалет зашел. Я спрятался в тубзике. Свет, мне нужен свет. Мне нужен свет, мне нужен фонарик. О, есть фонарик. Я в туалете. Я спрятался. В тубзике, yes. Так, унитаз, что тут нажать? Вантус, бери вантус, будешь мантусом мочить. Боже, какая грязная вода. Так, можно дернуть как-то это смыть? Не дергается. Ничего с туалетом не делается, лампочка. А что я должен был с ним сделать? Ну, давайте открывать. Может быть, можно бы открыть. Он пропал. Мы сотканы из огня. Но наше тело имеет формы. Офигеть. Формы? Что это все значит? Принеси его творение, чтобы нам... Чтобы их сожгло наше пламя. Что эти все загадки обозначают? Праздник! О, вот эти плакаты. Готов к чему? Готов к Фредди? Плакаты развесили для меня. Ты смотри, какие внимательные. Так, тут вроде монстра пока нету. Фокси. Яр! Фокси, Бонни. Да будет рок! Такс. Тут у нас какой-то праздник. Судя по всему, у нас день рождения у кого-то. О, все куча в сборе. Ленточки какие-то понавешивали. Шарик, лампы.
Так, а празднуем. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. И Чика. Мне сказали, что Чика — это женский род вообще-то. А я тут называю его мужским. О, ты в опасности. Ты... Возвращайся. Куда? Куда? В туалет. Куда? В туалет. Прячусь. О, тихо, там что-то пикнуло за моей спиной. Похоже, там был робот. Фонарик. Мне нужен фонарик. Только надеюсь, тут хотя бы в туалете хотя бы их не будет. Ты в опасности, мне сказанули. Но я спрятался. По-моему, я это сделал верно, что я сюда залез. А ну-ка, откроем. Их нету? Никого нету, хорошо. Ты в опасности, мне сказали. О, 5 уже! У меня было 6, стало 5. То есть тут время идет в обратном порядке. Вы поняли? То есть мы движемся на правильном пути, получается, с вами. Вот это праздник. А сколько стульев? 1, 2, 3, 4 стула. Звездочки! О-о-о-о! Так, тут кто-то стоит или как? Здесь тоже стол накрыт. Гляньте-ка. О-о-о! Ты в опасности. Я в опасности. Больше стиральных... стиральные машины передвинули в эту сторону. Понял. А сколько много тут гостей будет, оказывается? Что-то шумит. Печку зажгли! О, я открыл ее. А зачем? Зачем ты открыл печь? Я сейчас могу сжечь себя. Зачем я печь открыл? Я должен как-то туда что-то сбрасывать в печь. Может быть, относить надо бы на что-то. Колпачки. Зачем колпаки тут? Зачем так много колпаков? Может, головной убор каждому персонажу? Так, что-то шумит. Что-то рычит. Будь осторожен во время поисков. Смотри в оба и вытащи бананы из ушей. Враги уже рядом. Они прячутся везде. Они везде прячутся, эти сумасшедшие роботы. Это уже не просто Чика, Бонни, Фредди. Это уже какие-то более жесткие роботы. Какие-то более опасные. Они более жесткие и ужасные. Короче, они желают мне и поистине зла. А мне такое появилась такая мыслишка. Может быть, как раз вот эти вот всякие Чика, Бонни и Фредди на самом деле мне зла не желают? Может, они хорошие? 5 часов! 5, а было 6 поначалу. Ага, мы с этого момента начинаем, когда нас словили. То есть мы продолжение идет у нас как бы. Вы поняли? Так, вот здесь мы с вами были. Мы открыли, получается, печь. А зачем я печь такую открыл? Кого я ищу? Он тут рычит на меня. Поняли? Туда идти лучше не надо тогда. А как мне от него избавиться? Закрыл печь. Все равно рычит. Я могу открыть, могу закрыть. Мусорный бак нельзя взять. Ничего нельзя. Что-то рычало? Мне показалось, что что-то рычало на меня. Плакаты можно подымать, как я понял, да? Не все, правда? Не все плакаты. Хорошо, единственное, что я тут сейчас вижу, что мне можно сделать, это попробовать пробраться наверх. О, он, мне кажется, не поймал. Видели? Он там чуть на меня не выскочил. Я наверх поднялся. Дернем еще раз решетку. Нельзя дергать второй раз. А что ж такое? А как тогда? Зачем я сюда поднялся тогда? Как мне сделать? Он же сейчас на меня снова напрыгнет. Выпрыгнет с той дырки. Ух ты, я могу по этой штуке даже поверху топать. Смотрите-ка. Закарабкался. Тут рычит. Рычит на меня. Что-то нужно сделать, что-то нужно дернуть, что-то подвинуть, возможно, какие-то колпаки сжечь что-то надобно. Стул. Ничего подбирать, ничего поднять нельзя. Но мы не просто так мы подняли... Ленточки вот висят. Мы не просто так открыли печь. Скорее всего, что-то нам нужно... Ты в опасности! Возвращайся! Куда бежать? Я ухожу. Я понял. Они рядом. Они где-то тут. Я прячусь в туалет. Нужно прятаться в туалет. Я понял. Так, я спрятался. Возможно, мы еще часть прошли уровня. Возможно. Так, тихо. Камера работает. Что здесь такое? Тут что-то зацементировали. Почему-то здесь было, видите, почему-то тут стенку был проломал. Для чего, непонятно. Так, ну все, я надеюсь, он ушел. Проверим. А, нет. 5 часов написано, не 6. Он ушел или не ушел? Так, плакаты. Кто-то тут как-то... Так же все и было. И ранее клавиатура, листочек какой-то лежит. В шкафчике ничего не клацается. Ладно, идем, смотрим еще раз. Что здесь? Возможно, что-то поменялось.
Мне сказали, я в опасности. Он сидел там! Он сидел там! Будь во время поиска, смотри в оба и вытащи бананы из ушей, враги уже рядом. Зачем я этот шкаф открыл? Для чего я его открыл? Зачем я этот шкафчик открыл? Ну мне было... Ну, я знаю, что можно уже там плакат поднять, я знаю, что можно шкафчик открыть. Это уже большой-пребольшой плюс. Но мне непонятно для чего, какая суть в этой вообще в этом уровне, мне пока так и непонятно. Возможно, мне стоит почитать будет ваши комментарии. Возможно, мне стоит будет почитать где-то в интернете про этот уровень подробней. 5 часов, видите, дальше 5 часов у нас 4 часа не появляется. Видимо, мы должны что-то с вами предпринять. Один сидит вот в этом шкафу, вот здесь. Рычит? Да, он тут. А здесь? Тут никого. Судя по всему. Видите, можно приоткрывать. Гитара! Я забрал гитару для чего-то. А зачем мне гитара? Непонятно. Я могу ее сжечь! Точно! Мы можем ее топить. О! Закроем. Зачем я ее сжег? Не знаю. Здесь тоже рычит. И здесь рычит еще сильнее. То есть я должен какие-то вещи находить и сжигать. Может быть, мусор? Нет. А где мне еще каких-то вещей найти? Тут уже никто не рычит. Тут тоже никто не рычит. Ну тут пусто. А раньше тут рычал на меня монстр. Уже ничего нету. Доска. Я не могу ее подобрать. Не могу подобрать доску. Так, пробуем что-то. Плакаты. Не рычат никто. Колпачки не поднимаются. Мне нужно какие-то вещи забрасывать в костер. Или это уже считается, что я как бы их прогнал. Оно тут рычит или не рычит? Рычит, рычит, ребята. Рычит. Мне нужно найти что-то такое, чтобы можно было подобрать и запихнуть, скорее всего, для сожжения. А что же взять? Что же... Клавиатуру. А! Ты в опасности. Давай, 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 давай. Уходим. Уходим. Я в опасности. Я понял. Прячусь. В туалет. В туалет это мое секретное место. В туалете. Тут я, короче, прячусь. В туалете сижу такой себе. Сижу, никого не трогаю. Так, тут ничего не подобрать, ничего не взять. Вылазим. Посмотрим, сколько будет времени. 5 часов, все равно 5 часов. Ужас какой-то. Как-то мне нужно что-то найти для сожжения еще. Доски не подбираются. Что-то взял? Что-то висело, мне показалось? Ленточка. А, нет, это ленточка, просто ленточка была. Так, доски, вантус, не берется, не берется ничего. Плакаты. Что-то где-то нужно, где-то что-то как-то еще взять. Судя по всему. Но я не могу понять, что именно. Что-то запихнуть, может быть, в костер. О, бумажка. Не берется. Этот. О! Что-то подобрал. Что это? Что это в руке у меня? Что это? Не знаю. Но я что-то явно... О! Стоп. У нас гости. У нас гости. И как мне нельзя к нему попадать на глаза. Ну вот он, гость наш стоит. Повернут ко мне спиной. А близко к нему подходить нельзя. Нам нужно найти способ, как от него спрятаться. Он, кажется, вылез от этого шкафа. А как мне от него... Как мне от него избавиться? Я должен спрятаться в туалет, переждать, пока он пропадет? Или нет? Давайте пробуем зайти. В туалет зайду. Чикс. Зашел. Зашел в туалет. Зашел. Переждал, допустим, пару минут. Посмотреть, может быть, можно на свету, что это у меня тут такое в руке. Я что-то подобрал. Какую-то то ли бочку, то ли какой-то ящик. Непонятно, что я взял. У нас все равно 5 часов написано. Пока что дальше что делать, я не понимаю. Но если он там дальше снова так я... Он снова тут здесь стоит. То есть нам надо в любом случае как-то его обойти. Как-то его нужно грамотно обойти. Но он там стоит. Он на меня может наброситься в любой момент. Да? Да. Так, эти плакаты никак не взаимодействуются. Никак не поднимаются. Колпачки, колпачки, колпачки. Вот робот. Так, свет лучше отключим. Подальше от греха. А может мы должны аккуратно открыть костер, печку туда забросить, чтобы его только не привлечь его внимание. Гляньте, какой рот здоровенный. Мамочки, роботы эти. И тут тоже рычит на меня. Как мне нужно подойти к печке аккуратно? Может так к этой стенке, допустим. Ай-яй-яй, рычат на меня. Так, надо как-то печку открыть. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. О, открыл. В руке у меня эта штуковина лежит. Я тихо. Тихонько, тихонько. Тихонько. Не могу то запихнуть. Что ж такое? Ложи, ложи, ложи. Будь осторожен во время поиска. Смотри в оба и вытащи бананы из ушей.
Где я до... Что это я? Что я в руку подобрал? Что я подобрал в руку? Что мне нужно было делать, непонятно. Ребята, давайте пока что остановимся. Может, я реально не знаю, что дальше делать. Я почитаю в интернете. Но если вы знаете, что там нужно было делать, подсказывайте в комментариях, пожалуйста, мне. Мы к этой игре вернемся уже завтра. Я надеюсь, мы ее пройдем до конца. С вами был Ниломоп. Мы играли в игру под названием The Joy of Creation Story Mod. Фух, с вами был Ниломоп. Всем пока-пока. Ha 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 ha